мой дорогой сыночка, я от всей души приветствую тебя сегодня с мертвого моря Иерусалима. И я хочу поздравить тебя в твой день рождения. Дорогой сыночек, я тебя очень люблю. Я желаю тебе быть здоровым, быть счастливым, чтобы твои дети тебя всегда радовали, чтобы у тебя с женой всегда был мир, любовь и взаимопонимание, чтобы в доме был достаток, чтобы исполнилось все самое лучшее, самое доброе. И вчера я была в Иерусалиме, я молилась за тебя, я помазала свечи, они были освящены благодатным огнем. А также я оставила молитвенную записку в стене за тебя и за твою семью. А еще, дорогой сыночка, помимо того, что я везу тебе подарок Иерусалимские святыни, я сегодня собираю вот такую вот соль, это настоящая соль Мертвого моря. Я тоже привезу вам ее в подарок, вы будете расслабляться в ванной. Я также вам везу грязь лечебную, насыщенную минералами, чтобы вы были здоровыми. И я приветствую тебя, желаю тебе чудесного дня, исполнения всех твоих самых сокровенных желаний. Я тебя очень люблю. Пока-пока, до встречи.